Используем единого портала государственных услуг. Было предоставлено 234 таких услуги. В сравнении с 2016 годом, всего за 2016 год отделом МВД России по Богучанскому району было предоставлено 4595 государственных услуг. Такая большая цифра говорит о том, что оказание государственных услуг с помощью сети интернет становится все более популярным. И неудивительно, количество предоставляемых услуг исчисляется десятками в каждом подразделении отдела МВД России по Богучанскому району. Наше отделение отдела МВД России по Богучанскому району предоставляет следующие государственные услуги. Это регистрация транспортных средств и прицепов к ним, внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, снятие транспортных средств с регистрационного учета, прекращение регистрации транспортных средств, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и получение водительских удостоверений, выдача получения водительских удостоверений. Большой популярностью пользуются услуги отдела по миграционным вопросам. Число услуг, которые предоставляет наше отделение в электронном виде, значит, это следующее. Получение паспорта гражданина Российской Федерации, осуществление регистрации по месту жительства либо пребывания, либо снятие с регистрационного учета по месту жительства либо пребывания, а также получение адресно-справочной информации. Вот. Обращение за получением данных услуг в электронном виде, оно значительно сокращает время гражданам. Вот. Например, срок, если на выдаче паспорта по месту жительства у нас составляет 10 дней, если лица обращаются через государственный портал, они будут составлять 3 дня. Популярность получения государственных услуг растет именно из-за многочисленных преимуществ перед живой очередью. Самое главное преимущество и заключается в отсутствии такой очереди и в сокращении времени на получение услуги. Например, заказанная через портал справка об отсутствии судимости будет готова через 2 недели вместо месяца. Также большим подспорьем являются денежные скидки. То есть гражданин может спланировать свой день, может сэкономить финансовые средства свои, выражаясь в чем? То есть если в электронном виде он регистрируется, предусмотрена 30% скидка, то есть если возьмем, например, получение водительского удостоверения, госпошлина идет 2000, то есть 1400 он оплатит. Предоставление услуг через интернет помогает упростить работу и самих сотрудников полиции. То есть когда обращается к нам уже с непосредственно какой-то с проблемой получения государственных услуг, нам это, в общем-то, проще уже. Вот. То есть нет непосредственного контакта человека, мы спокойно все сделали, он пришел и финальный результат уже получил. Этот, в общем-то, механизм лично мной уже отработан. Очень важно быть зарегистрированным на сайте госуслуги.ру. И сотрудники полиции на пресс-конференции показали мастер-класс, как пройти эту регистрацию. Как оказалось, регистрация не сложнее, чем в других порталах, и сделать это под силу всем желающим. И только после полной регистрации перед гражданином откроется весь спектр услуг, предоставляемых в электронном виде. Александр Можеванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», Богучаны.